Опять гол на первых минутах, несобранность в начале матча, тот же самый итог. Какие причины? Нет, ну вы правы. Мы перед игрой говорили, перед выходом на поле и перед этим говорили, чтобы с первых минут собрано, потому что у нас это как уже паранойя какая-то. Мы уже выходим и на 10-х минутах, 15-х пропускаем, потом пытаемся отыграться, получаем второй. Эта история раз за разом повторяется. Хоть что говори, уже не знаем, какие слова им найти. Первый тайм провалили опять полностью, блядь. Второй тайм, я им сказал, что за второй тайм спасибо, но как бы не всем. Только некоторым. Многие сыграли как бы свою силу, и хочется сказать им спасибо, потому что вот многие из тех, на кого меньше рассчитываешь, сегодня вышли и как бы сыграли свою именно силу. Но остальным претензии очень большие к нашим, так скажем, те, кто постарше, ветеранам. Качество, конечно, наше владение мячом сказывается. Видно, что у «Спартака» школа работает лучше. Но и при всем при этом, если все это брать в общую картину, то при всем при этом второй тайм могли выиграть. Могли выиграть, были у нас моменты, но мяч в ворота не шел. И что самое главное, ребятам показывали, что эти игры, которые они проиграли, то, что у них одно очко на последнем месте, моменты они много создают. Но, видимо, по своей неопытности у них мяч в ворота не шел, не могли забить. Вот чего я больше всего боялся сегодня, из тех атак, которые у них было, там, может быть, 4 атаки, 2 гола забили. Чего я боялся, то и получилось. Ну, соперник вообще был похож на команду с последнего места? Нет, «Спартак» сразу видно, что не похож на последнем месте, хорошие ребята. Просто я как бы еще раз говорю, что по как бы играм, по всем, и мы смотрели их как бы итоги других матчей, они всех переигрывают по количеству владения мячом, по ударам, по воротам, и по технике, и по всем, по как бы моментам, по развитию атак у них больше их. Но просто, видимо, сейчас вот на нас они, вот я говорю, вот, может быть, после нас сейчас выигрывать начнут, не знаю. Почувствуют уверенность. Но еще раз говорю, что 2 гола залетело из таких немногих атак, если честно. А мы опять в свой футбол пытались отыграться. И, конечно, уровень наших некоторых футболистов как бы оставляет желать лучшего. Но мы как бы имеем то, что имеем. Мы выше прыгнуть не можем. Это наш уровень, к сожалению. Видимо, сейчас наша команда опустится еще ниже в таблице, то есть окажется на месте «Спартака». А вот она будет похожа на команду с последнего места? Нет, я вам еще раз говорю, мы как бы что имеем, то имеем, это наш уровень. И поэтому, знаете, даже если честно, пугает как бы дальнейшее. Я даже не знаю, кого мы это сможем дальше, это вот как бы дальше обыграть. Хотя вроде бы и говорят там, и это между собой разговариваем, и мне говорят, что якобы место нам не важно, нам главное воспитывать как бы своих воспитанников, чтобы кто-то, 1-2 человека выросли. Но все равно мы должны как бы ребятам прививать уже, что должна быть, они должны стремиться к победам. А как потом, иначе-то, когда они будут? То есть все равно надо побеждать. Но пока не можем. Не можем забить, мяч в ворота не идет. Еще раз повторюсь, это наш уровень. Это наше мастерство, поэтому будем работать дальше. Нам деваться некуда, руки пускать не будем.